Бесплатную стерилизацию животных в нашем городе с начала лета проводит волонтерское объединение «Оно, подари жизнь». Проект реализовывается при грантовой поддержке региона. У нас в этом проекте, ну, основная часть такая техническая, скажем так, это проект на стерилизацию не менее 100 владельческих собак, владельцами которых, хозяевами, являются социальные группы нашего города. Население нашего города – это пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и члены семей участников СВО. В 2021 году объединение «Подари жизнь» стерилизовало более 650 кошек. Волонтеры получили хороший отклик на реализацию программы и решили дальше развиваться в этой сфере. По словам Анны Авдеевой, стерилизация домашних животных, в том числе автоматически, приводит к уменьшению количества безнадзорных животных. Это дает надежду, что численность хвостатых беспризорников в городе со временем ощутимо снизится. Так как в последнее время очень остро стоит проблема безнадзорных собак, и, естественно, собаки, особенно учитывая наши особенности нашего города, не могут браться ниоткуда. Это, собственно, продукт наших владельцев, да, то есть вот когда они самовыгульные животные или что-то еще. Записать питомца на стерилизацию можно по телефону клиники «Свой доктор». Операцию назначат на конкретный день. Накануне собака не должна есть 12 часов. Только после тщательного осмотра, если нет никаких патологий и жизни собаки ничего не угрожает, ветврачи приступают к операции. Единственная для нас просьба, условие, что животное должно быть голодным. Сами понимаете, наркоз, есть особенности введения наркоза, есть особенности, когда если животное покормлено, это осложнение, это опасность. Лучше, вот мы пытаемся избежать данных опасностей, поэтому просим очень внимательно владельцев относиться к этому моменту. В клинике «Свой доктор» в рамках проекта уже стерилизовали 8 собак. Проект продлится до конца мая 2025 года. Записаться на прием и узнать подробную информацию можно по телефону 8-908-762-0901 или 37-901. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.